Все, чего достигли товаропроизводители области, представлено на этой выставке. Здесь стройматериалы, текстильные и чулочные изделия, обувь, одежда и лекарственные средства. Привезли в выставочный центр Курме и мебель. Так, купить стол с 8 стульями у туркестанских товаропроизводителей стоит порядка 200 тысяч тенге. Есть варианты подешевле, говорят предприниматели. Самая большая особенность уделяется качеству нашего производства, поскольку дерево, которое мы используем, это карагачи, это твердый массив, к нему должен быть особый подход, и краски подбираются именно для твердого массива. Оборудование у нас получается есть германский, турецкий, и российский есть, и китайский. Нынешняя выставка отличается от предыдущих. Мероприятий посвятили 25-летию независимости, а потому в качестве гостей пригласили депутатов парламента, представителей центральных госорганов и национальных компаний, также звезд казахстанской эстрады, поэтов и ученых. Среди гостей бывшие руководители области, в их числе экс-аким Булат Шалкишиев, сейчас советник председателя национальной компании «Казатомпром». Он признался, что не узнал город, которым когда-то руководил. Когда я был акимом, не было проспекта Кунаева. Нурсад вот появился. Много новых зданий. Увеличилось число жителей. Хорошая работа проведена по развитию области. Вместе с акимом Жансейитом Тюмебаевым гости осмотрели практически все стенды. Экс-заместитель акима области, а ныне директор Национального музея Дархан Мумбай отметил, что у Южно-Казахстанской области огромные достижения. Под маркой «Сделано в Казахстане» производятся десятки товаров, многими из которых он пользуется в хозяйстве. Среди них строительные материалы. Нам нужно показывать, что мы конкурентоспособны, развивать вместе промышленность и культуру. Считаю, достижения Южно-Казахстанской области заслуживают особого уважения. Рассказать и показать гостям нынешнему руководству области есть что. За 25 лет валовой региональный продукт увеличился с 1,5 миллиардов до 2,5 триллионов тенге. А доля промышленности возросла с 15 до 28%. Этот темп сохранился и в текущем году. За 10 месяцев промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 643 миллиарда тенге.